вышли на улицу для того, чтобы это все не продолжалось, не продолжилось завтра, послезавтра, чтобы то же самое не случилось с нами, с нашими близкими. Каждый грузин, который уважает себя и защищает свою родину, должен быть сегодня, должен стоять здесь. В шоке просто в 21 веке президент Российской Федерации хочет показать всему миру, какой он крутой, в кавычках, конечно, показывает нам мультики. Это а-ля Ким Чен Ир 2. Я надеюсь, что народ России что-то сделает для того, чтобы это все закончилось. Это тиран, это убийца. Ваш президент, к сожалению, сегодня номер террорист, номер один.